тебе дарим конверт. Открыть его? Черный конверт. Черный конверт, да. Он сейчас объявит имя, кто уйдет из первого экстрасенсора. Так, Оскар goes to... Давайте барабанную дробь. Да ну нафиг! Like a thief in the night, I'm coming for your heart, I'm coming for your heart. This time it's anything goes. I guess I'm just a selfish ghost, 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 ghost. Like a thief in the night, I'm coming for your heart, I'm coming for your heart. This time it's anything goes. I guess I'm just a selfish ghost, 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 ghost. Ну, вообще вот так вот получилось, что мои друзья подарили мне сертификат, по сути, исполнили мою мечту, и я хочу рассказать вообще о самом процессе тату, о салоне, в котором я бился, и вообще о ощущениях. По сути, все началось с того, что я просто как обычный пользователь написал на ютубе тату. И увидел сразу же... ребят из Магнума. Посмотрел их влоги, посмотрел их видео, и ребята делают очень качественный контент. И посмотрел практически все серии, и ребята оказались очень душевными и очень классными. Так как я хотел графичную татушку, я выбрал Лёша Воинова, который работает с графикой, работает с дотворком, с геометрией. И, по сути, я нашел того мастера, к которому я вот точно хочу идти. Пришел к Лёше на консультацию, он сразу посмотрел на мой эскиз и сразу начал творчески размышлять, начал что-то добавлять свое, примерять, и видно, что это профессионал. Все равно, как ни крути, когда ты идешь делать первое тату, ты не знаешь, какие у тебя будут ощущения, не знаешь, это больно или нет. Хочу сказать, как это было у меня. В принципе, ощущения неприятные, даже в какой-то степени болезненные, но для достижения результата это терпимо. И это не настолько больно, чтобы об этом говорить. Мне многие друзья советовали взять с собой наушники, чтобы отвлечься, но живое общение с мастером намного увлекательнее и интереснее, и сам процесс проходит гораздо быстрее. И простите за банальную фразу, но результат на самом деле превзошел все мои ожидания. Ребят, не бойтесь сделать первое тату. Это новые впечатления, это новое ощущение. Только перед тем, как биться, согласуйте это с родителями, с врачами и друзьями, конечно же. Я нашел для себя тату-салон Magnum и мастера, который сделал мне первое тату. Желаю вам того же. I'm